Активисты Одинцовского отделения «Единой России» провели киноуроки для учеников 7-й гимназии и 1-й Одинцовской школы. Ребятам показали патриотические фильмы о Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли в рамках реализации проекта «Новая школа» и всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России». Фильмы, которые показывают ребятам в ходе проекта, нацелены на создание единой системы понятий о нравственности для школьников в нашей стране. Так ребята воспринимают элемент воспитания через художественный образ, могут осмыслить его и закрепить.